потом не буду дуть. То есть ты отказываешься? Я не отказываюсь. А как это называется? Я сейчас напишу, говорю, отказываюсь. А потому что с чего я должна дуть? Потому что у вас алкогольного опьянения присутствуют. От вас пахнет. Второй водитель, участник ДТП, настаивает на прохождении. Сирена, я сказала, что я пила пиво. Ну, я вам это сказала. Я и говорю, что надо проверить. Осталось у вас... Но сегодня мне в половине шестого нужно было вернуться я на работу, еще на кассу. Раз вам. Вот еще и раз я говорю. Ехала уже на работу. Да мне не важно, куда вы ехали, но не доехали. Понимаете, случилось ДТП. Второй участник настаивает на вашем освидетельствовании, что вы прошли освидетельствование. Сейчас мы его будем проводить в присутствии двух понятых. Вот вы понятых, держи трубку, дуй. Если она что-то показывает, то тогда я вас оформляю. Если она ничего не показывает, оформляю просто ДТП и все. Разъезжайтесь. Боже, молнию, кто еще ждать? 2.07. Шанс есть всегда, говорю. Ты не сильно так. Автомобиль будет. Держи. Toyota Corona. Toyota Corona. Николай 633, Анна Елена, 124 региона. Управлял Горячкин. Горячкин. Николай Анатольевич. 20.08.83 Я не знаю, что это. Сейчас говорю, отказ напишу еще. На два года тебе лишат. Тогда дуй. Анна Виктор. Объясни сестре, что она не делает. Подожди, это неизбежно. Дуй. Нет, надо нормально дуть. Это ты не дунула. Я дунула. Это ты не дунула. Нужно секунды 3-4 дуть. Кать, это неизбежно. Давай, да, Кать, нормально. Все, я дую. Все хорошо, давай. Подожди, подожди, не торопись, сейчас он перезагрузит. Вот сейчас давай. Глубокий вдох, давай. Долгий, протяжный выдох. Дуем. И что? Дольше. Я сказал, секунд 5 надо дуть. Кать, я буду говорить, дуем, дуем, дуем. И вы все время это будете выдох, держите. Дуем, 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 все. И что, да? Пока идет анализ, сейчас посмотрим. 0207, мол. Пятерки держал. Единицы. Это много, да? Это очень много. Я вообще молчала в тряпочку, да и с его внешностью-то. Так, бедненький. Подложку дашь? Бедняжечка. Что дальше? Тетя Валь, вы видели, какой он? Все, я не хочу видеть, не хочу меня слышать. Я вижу, в каком ты состоянии. Мне достаточно. Ну и ладно, я ничего в таком состоянии. Да ладного ничего. Я готова правду сказать про него. Ой, господи, кому нужна твоя правда? Отвращение вызывает. Какой это мужчина? Все, успокойся. Фу. Ой, господи. Вот если бы я сидела на кассе, я бы его даже не вообще никак не восприняла. Блин, ты можешь замолчать? У него Форд был или еще что-нибудь, я не знаю. Он со своей Тойотой, который бок поцарапали, и он, блин, вообще все мне рушит. Была бы ты трезвая, никуда бы не врезалась. А? Никуда бы не врезалась бы, да. Бла-бла-бла. Это что означает? Это они это так значит, говорят. Что? Бла-бла-бла. Это они так разговаривают. Придурки. Кто? Вы. Мы? А да. Почему мы придурки? Потому что не понимаете ни хрена. Да, куда уж нам? Куда уж нам понять-то пьяного водителя? Да я водителя? Уже гоню, я сейчас не хочу. Да ладно. В смысле, подожди, в смысле гонишь, я что-то не пойму. А я никогда не жалею о том, что делаю. Катя, ты подписывать будешь бумаги, нет какие-нибудь? Нет. То есть отказываешься, не понял? Отказываюсь. Все, хорошо. Я как купила права, ну-ка. Как ездила без техосмотра, так и буду ездить. Извините меня, ваше лишение прав я тебя поймаю, никак закрою. Не влияет. А на чем ты будешь ездить? А ты сначала поймай. Я тебя специально буду ловить здесь. Слушай, а ты сначала поймай. А на какой-то машине собралась ездить? Я вообще не понимаю, машина-то уже все. А извините меня, с февраля без техосмотра езжу по Красноярску, всю ночь пьем с девчонками и ездим. И ничего. Ну извините меня, столько месяцев хорошего настроения, а итог-то мы предполагали грамотные. Да вы не слушайте, болтайте. Угу. Вот именно, не слушайте.
Моя машина. Твоя, заберу твоя, мою твоя. Машину. Твою машину я сейчас заберу на спецстоянку. Хрен тебе на рыло. Не груби мне, я тебе говорю как есть. Если бы не тетя Валя, сказала бы по-другому. Представил как? Ну скажи как хочешь. Я постесняюсь. Ну, в дорожных войнах потом себя посмотришь, как себя ведешь. Может, стыдно станет. Вам стыдно должно стать. Да чем мне стыдно? Я там. А трезвый. Мои друзья посмотрят и сердечко отметят ВКонтакте. Мне нравится. Угу. Давай поспорим. Ой, господи. Ой, что там, коллега? Да это 26, да, ну все. На 26? Да. От подписи всех материалов она отказывается. Ничего она не согласна. Так что все. Балаховская юности. Калина 633. Наезд на препятствие. Да это ты пока не представляешь, что ты сделала. Я никогда не вернусь к тете больше жить. Почему? Да потому, что мне стыдно будет. Ты веди себя нормально. Не будет тебе стыдно. Ну, идите нахуй. Вот опять нахуй послала. Андрей, 61 брян. Хватит, а. Мне уже не стыдно. Очень плохо. Очень плохо, что тебе уже не стыдно. Уже не стыдно. Да. Вы идите, пожалуйста, гуляйте. Кать. Хватит. Ну, хватит. Я сказала, я говорю, я домой не вернусь после вот этого позора. Не вернусь домой. А что случилось? Ну, врезалась. И что теперь? Вот спасибо большое. Мне, Рита, а я уже оглох. Придурок. Катька. Я бы придурок. Спасибо, что перестали с ним бывать. Придурок! Вообще! Лошар! Блин! Ты чё? Потому что мне стыдно! Потому что это всё равно будет в интернете! Тише, будь! Напротив, тише, иди нахуй! Рабочего, тише, буду! 186, 188, открывай! Toyota Gaia 474, серебристый цвет. Скрылся в сторону кольца. Смешно. 271. 0, 2, 6. А я люблю под дурочку играть. Катя, привет. Питок из универа не поверит. 0271. Ну, 71-64. Подъедь обратно. Я уже далековато. Я тебе говорю, подъедь. Ну не показывай. Я вас не слышу. Ну вызовите меня, подсадите ее, вы подсадите ее. Вот выбью. Ты слышишь? Нех. Так еще тебе сидеть. Ты что еще хочешь сказать? Ты что-то хочешь сказать? И ты тоже. Пожалуйста, надевайте. Надевай! Сиди, надевай наручники, блядь! Да. Надевай, я чё нахуй сопротивляюсь! Ваша служба и, как сказать, и прекрасный да блесно, блядь! Ноги засовываем, блядь! Не надо было снимать! Ноги так нахрен, нехрен! 0,2,7, омега-9! Снимать было! Придурок! Нахрен! Ты вообще наручники надень на меня. Андреевский мегадевич. Заткнись, тряпочка. Обоскажите 0,2,07. Ну, ты не затыкаешь тех, кто снимает на камеру, а? Вот скажи мне, пожалуйста, сегодня же ведь... Они еще не заехали. Твою форму. Тапочку не потерять стыдно. Нет. Хуй соси, запомнил? Я не матерюсь. Я слышу. Мне больно, что ты меня придавил. Ты меня придавил. Мне больно, а больно нельзя делать. Машину все. Понял? Хочу так сижу. Ноги закинь в машину. Я сижу в машине. Как хочу, так и сижу. Нахуй пошел. Что делаешь? Я разобью твое стекло. Мне не ебешься. А вон там моя стоит. Ничего? Я ее расхлестал. Веришь, что разобью?
они мне еще 100-500 сердечек отметят на страничке, что им нравится. Как филолог, как не разговариваешь? 100-500. Как филолог, я знаю жаргон русской речи, я знаю нахуй несколько языков, в том числе, русский матерный. Матерный? Есть такое? Есть! Ты его слышишь. Я так очень редко выражаюсь. Зачем ты выражаешь? Самолюбие задели, так сразу вот так-то нельзя. Так бы там задержали бы. А так опа, попинала немножко его форму. Так так-то нельзя. Мне ее моя жена стирала вообще-то. Я ничего против жены не имею. Нет, зачем ты почти? Нехуй вообще со мной даже разговаривать. Да я не сопротивляюсь, у меня локоть болит уже. Я на вас в суд подам о том, что у меня семья на локте. Куда ставить? А это видимо. По Ленина съезд. Вот это на лице будет по чьей вине? По твоей. Красиша. Где это принял? Ты вообще нахуй. Дура. Где это? Подъезжай сюда. Он мне синяк по лицу долбанул, нормально? Я в туалет хочу, я машину ему обосту. Я говорю, парень, наедешь до конца. Нормально. И проезжаешь в сторону огней. Вот тут мы стоим сразу. Витика, документы не брал? Ноль, три, три, один, Брянск. Катя. Ноль, три, три, один, Брянск. Если что, мы вам позвоним, вы установите, у вас есть. Найдите сейчас, а? Мы сейчас позвоним, нужно будет скинуть, чтобы подъехать там. Еще одно объяснение. Или мы... Машина мокрая, нормально? Снимайте, снимайте. Хай всем привет! Я обоссала машину пидорасов. Вот я назначен. Так что ставьте, мы заявку сейчас сделаем. Точно. Отвечаю, сейчас а, мы за тобой ставим. Я тебе говорю, пойдешь? Я тебе сказала, куда я пошла, я че, двигаться не могу нахуй. Че врешь-то? Я че, двигаться не могу, да? Держи. Мокрая тебе машина, обеспечена. 1-37-9. Сиди две минуты, я тебя сейчас отвезу в туалет. Да хоть три, я выдавлю из себя, но сделаю это. Все, поехали.